Путешественники со всей страны прибыли в Павлодарскую область. Они вместе с редакцией National Geographic Казахстан посетят значимые места региона от Экибастузского угольного разреза до историко-археологической местности Калмыкарган. В состав экскурсионной группы вошли казахстанские тревел-блогеры, фотографы, мобиографы и другие. Всего 28 человек. В нашем регионе они пробудут до пятницы. Для них подготовлена разнообразная программа путешествия. В первый день они посетили Экибастузский угольный бассейн. Хотела посмотреть природу, ознакомиться с городами. Я сама с Кустанайской области, но по Казахстану, в принципе, редко ездила. По Павлодаре второй раз. То есть первый раз я была по бизнесу, по работе, сейчас уже как турист. Мы посетили, да, сегодня угольный разрез, и это очень интересно. Я просто сама проработала в нефтегазовой сфере больше 10 лет. То есть я знаю, что такое промышленность, и для меня это было впечатляюще. То есть именно карьер, что он такой очень большой и считается один из крупных в мире. Представители National Geographic Казахстан сообщили, что подобные экспедиции организуются каждый год. Ранее команда посетила Мангыстаускую, Алматинскую и Восточно-Казахстанскую области. В Павлодарской области они увидят озеро Жарсыбай, родник Аулие-Булах и пещеру Конор-Аулие, а также историко-краеведческий памятник Калмыкарган, где происходила решающая битва казахских войск против ойратов. Ермек Сапаров, Айбек Газиз, Ертес Ахпарат.